надеюсь, что Дина как минимум не проиграет. Это «Динамо» сильная команда, и мы ее можем опередить всего на один мяч. Удачи всем! Касается, в общем, игры, я думаю, что у нас и неудачно сыграли вратари, и я поменял одного на другого вратаря, но, к сожалению, сегодня они нервничали и пропустили совсем необязательные мячи. «Динамо» во втором тайме выглядело лучше, потому что первый тайм явно не удавался, и те мячи, которые мы смогли забить, скорее нам удалось использовать ошибки соперника, нежели самим что-то создать. В основном там получилось, когда Дина играла в большинстве, что называется, где-то вот в этом компоненте мы, к сожалению, сегодня уступили.
поражение? Ой, даже если честно, еще не отошел от эмоций. Очень приятно, что получилось отыграть, сыграть в ничью. Матч для нас складывался очень тяжело, но ничего, мы показали, что мы команда, хороший коллектив и свели матч к ничьей. Знаю, что «Динамо» и «Дина» — это самые титулованные команды нашей по мини-футболу. «Дина» всегда победит. Знали, что достаточно сильный состав у «Динамо», индивидуально сильные игроки есть. Поэтому для нас это открытием не стало. Поздравить соперника, потому что, как и вчера, сегодня за счет веры в свои силы «Динамо» смогла все-таки добиться результата. Андрей Юрьевич уже что-то успел сказать? Нет, пока только поблагодарил. Сейчас в раздевалку зайдем, не знаю, что он скажет. Надеюсь, он остался довольный. Так мы сегодня пластались на площадке, не жалели сил и верили в то, что мы спасем эту игру. Я очень доволен сегодня командой, я поблагодарил всех своих игроков. Они сегодня отдали на площадке все, что у них было, и то, чего у них не было.